Здравствуйте. Вот сегодня одел новую резину на трактор Гальдони нового 245. Время накатался на газелевских. Совершенно лысые такие были. Вот теперь поставил к зиме елочку. Нужно делать отвал, ковш для уборки снега. Сейчас делаем предварительные замеры по ширине. В общем, по краю резина 1070 миллиметров, по центру 880 миллиметров. Длина трактора по переднему бамперу 2450. Вот такой размер у трактора. Высота по сиденью. Самая высокая точка. миллиметров. Фрезак трактора Янмар. Ширина 1500 миллиметров. Полтораметровая фреза. Вот. Сейчас нужно будет сделать адаптер для соединения, потому что на стандартную навеску не получается навесить красиво и аккуратно, поэтому нужно будет сделать совсем другие рычаги для подъема фрезы и для ее крепления. Они будут гораздо короче, и фреза приблизится, потому что сейчас непомерно большое расстояние от колес до фрезы. Оно составляет 550 миллиметров, это слишком много. Нужно оставить хотя бы миллиметров 150-200. Вот такая стоит задача. Вот так вот теперь обут тракторец. Да, еще из плюсов по колее. Колея меняется, перекручиваются болты. Крепление у нас длиной 90 миллиметров. То есть с каждой стороны по 90 миллиметров, итого 180. Вот сейчас у нас получается ширина трактора по резине, как я уже говорил, 1070 миллиметров. Можно убрать 180 миллиметров, и того получится у нас 890 миллиметров будет по краям резины, или 900 округлить, если. Вот такие вот дела. Всем спасибо, всем благ, добра.